Тактикульный майонез, как я понял. Ну мать ты ж, блядь, ну зачем в крысу, ёпта? Ну стоял нормально, как пацан. Крысу, блядь? Хуя. Я его пушу, он, блядь, говорит в крысу. Ну, ну ладно. Ну ладно, блядь. Крыс так крысу. Че за обезьяна там, блядь, ебаная сидит, эй? Блядь, че за обезьяна вообще какая-то? Он там сейчас оргазм, блядь, испытал только что. Сука, блядь, чучело и бучело. Так все, это, здесь все вот эти желающие меня убить закончились, или нет, еще кто-то остался? Или мы со всеми справились? Как же ты бы обиделся, если бы я тебя в третьем лице убил? Нет, я бы тебя просто забанил. Просто забанил бы и все. Обижаться бы не стал. Проще. Да. Так. Ой, что-то я взял. Слушайте, а есть аптечка вообще в здании? Я бы хотел бы аптечку найти. Господа, аптечку бы хотелось очень найти. Я слыхал, что без аптечек не очень без аптечек. Ну ладно, что поделать, как бы, видимо, без аптечек. Без аптечек так без аптечек. Всем привет, знаю, что маг не ответит. Эти 700 человек невозможно, так и отвечать не на что. Ну типа, если есть вопросы, я отвечаю на них. А если нет вопросов? Ну, если нет вопросов, я могу просто так ответить там. Что-то с кем-то сказать там. Но... Сложно отвечать, если мне объективно ничего не задают. Если ты в теме, помни, это Тантум Верде Форте. Почему Куфина нет в топ Деметеров? Доброй ночи. Это желание Кафина.
Бля, чувак, можешь типа остановиться, пожалуйста? Да чё ты ёрзаешь-то, а? Блять, серьезно? Можно хоть одна пулька попадет? Ты серьезно? Что за бредятина вообще? Это оружие вообще может попадать? У меня оно вообще не попадало. Или это трехрядка, такой прицел говно? Чего ждешь? На, лови, тебе погреться, блять. Короче, я хотел одну пульку убрать, но я не смог. Что-то старею я, походу. Ладно, ребят, через 2 дня я в форме приду. Буду бахать, как раньше. Пока, как бы... Привыкаю. Но будьте уверены, как только я привыкну... Будьте уверены. Шпохаться будем жестко. Шпохаться вот будем, как бати. В смысле, я задал челлендж бубни. Я бубни не сдавал челленджей. Это бубна обычно челленджи сдает. Нет, что, я просто стример, я просто вот показываю игру, играю в нее и. Да. И все. Джек Мун. Говори, Джек Мун. Но тебя пришлось приструнить. Простите. Ну куда ты лег? Ну, дружище. Ну встань, ну зайчик, ну котик, ну пожалуйста. Ну, мне очень не хочется. Ну, давай да. Ну встань. Встань в полный рост. Ну пожалуйста, ну я не хочу. Ну пожалуйста, блядь. Спасибо большое. В смысле, я бы с него попал, но. Ну.
Ебах подними. Ебах подними. Спасибо. Знаете, вот такие ситуации, они... У них есть название. Они называются Галапагосская залупа. Ну, типа... Чувак залупается. Ну, может быть, они, конечно, не так называются, но... Мы же их можем называть так. Так, ну где, господа противники? Господа противники. Блин, я там чувака не полутал, у него наверняка птички могли быть. Я двух не полутал. У меня там по аптечкам вообще. Я гол как сокол. Ой, блин. Слушай, по поводу этого челленджа я ничего не знаю, то есть, ну, я не говорил такого. То есть... О, зеленая точка пошла. Мне больше нравится зеленая точка, хочу вам сказать. Четыре аптечки. Вот это по-нашенски. Четыре аптеченьки. Так, ну что, поехали наверх. Давайте, наверное, последняя катка. Я сегодня вообще не планировал так много подрубать, но бубны залетел и устроил нам тут подарки. Подарки устроил. Вот, поэтому подольше поиграли мы. Последняя катка, я уже очень хочу кушать. И, ну, я хочу поспать, да. А завтра... Завтра у нас будет долгий стрим. Угу. Аирдропщик, я вижу аирдропщик, погнали туда. Здравствуйте. Оп. Что он как лягушка прыгал здесь? Ну ладно, главное, что он допрыгался.
это тантум верде форте. Убивает у микробов в горле. И если ты в теме, помни, это тантум верде форте. А, про подставы? А, да, даже если что, это на рофл сводится и ничего такого. Я бы на него не обиделся. Найс, самолет сейчас скрывает мой подъем. А мы-то едем за грузовиком тоже. А где этот грузовик? Я, кстати, не вижу. Но он не вперед полетел. Не-не-не. Я не знаю, где он. Вон он, застранец. За дропом хочет. Надо валить отсюда. В другой раз приеду. У вас не очень гостеприимно как-то. Фух. Урк Никулин, здравствуй. Здравствуй, дружище. Как дела твои? Сори, я видал, что ты чуть раньше писал. Но как-то не был сосредоточен. То есть, ну, короче, сори, не прочитал сразу. Привет. Всем здрасте вообще. Всем здрасте. Да. Арти, у тебя все хорошо? Матч сегодня у Бакар дерется, посмотри бой. Да, где он идет? О, стой, подожди, мне же говорили, в 2:30 он дерется. В 2:30 же должен драться. Не? Давай, я посмотрю. Пришлось Егора СПБ завалить.
Правда, я вообще не видел прицела на фоне неба и очень долго тупил. Не мог он... Бляха, мог. Ну, он из-за зоны стреляет, лол. Удачи тебе, братишка. А лучше пальника еще разок так, чтобы я тебя увидел. Да, все-таки стреляю я первосненько по сравнению с тем, что было до отъезда. Да вылезешь ты, сука. В смысле, почему? Ты че ебанутый, нахуй ты нам колеса-то шьешь? Почему вы друг с другом не воюете? Почему только меня бьете? Почему ты мразь такая? Ты его вообще не трогал, только меня стрелял. Братан, нельзя быть такой мразью. Ну ты хуесос, конечно, блядь, вообще просто. Ну просто галимый хуесос. Такой ты черт, блядь, базарю. Ну там чувак в меня стрелял просто сбоку, этот его игнорил, он вообще ничего не делал. Он вместо этого, он стрелял по мне, стрелял по моей тачке, а я поэтому чуваку вообще ни разу не застрелял. Ну это вообще, конечно, блять, мерзко. В ебачину мне попали, кстати. ТРГ, дай мне в личку, дай мне ссылку. Пожалуйста. Если тебе не сложно. Я-то загуглю, я загуглю. Если вдруг я по каким-то причинам пропущу, я посмотрю в записи обязательно. Абубакара буду болеть. Надену футболку Eagles MMA и буду болеть за Абубакара.
Да, блин, почему он прицел-то меняет, лол? Кстати, мы уже 15 человек убили, лол. Для человека, который в мышку неделю в руках не держал, а я уехал на 8 дней. И вот спустя 8 дней вернулся и... Даже... Как-то... Даже как-то круто. А, так я здесь еще и в кругу, лол. А чего он вообще ломанулся отсюда? Ну, не получилось он меня убить, но... Дергаться просто не надо было сильно-то особо. Он что-то занервничал. Занервничал, блин. Братик, ты сильно нервничай. От этого умирают. Какой-нибудь. Спокойнее. В такой игре перенервничать это плохо. Здесь себя нужно все-таки в руках держать. Ладно, крови наше все. Бля, как же я стреляю отвратительно. Ну, сори. Говорю, я еще привыкаю к мышке. Сейчас. 8 дней в руках не держал. 8 дней. Поэтому, в общем-то, так, более-менее, видите, уже на 17-ку вышли. Но в отдельных моментах начинаю кранить прям жестко. Конечно, такие промахи, это смешно. Так, а где у нас последний? А где у нас последний, господа? Господа. Последний молодой человек. Где нам его найти? Мне, знаете ли, не хочется с этого местечка уходить. Ага. Да. О, бедняга. Доктор Фауст. Ну, конечно, не без везения. Надо сказать, не без везения. Не без везения. Но, тем не менее, 18, хорошая такая. Хорошее количество киллов. Надеюсь, что каточка вам понравилась. Спасибо огромное всем, кто смотрел. Вот, собственно, на этой ноте закончим наш стрим.